всегда делаю следующий шаг. Возьмите колоду карт. В ней обязательно есть козырный туз. Ты вытаскиваешь, перетасовал колоду, ты вытаскиваешь по одной карте. Ты не знаешь, где этот попадется тебе туз, первым, в середине или последним. Но он там есть. То же самое люди. Вокруг нас много людей. Вон они ходят внизу. Ты не знаешь, кто из них пойдет за тобой. Ты не знаешь, кто из них примет твою идею. Ты просто рассказываешь, даешь информацию всем подряд. Принцип очень простой. Каждая попытка имеет вероятность успеха. При большом количестве попыток везение превращается в гарантированный результат.